Это очередь запрещать героя. Бан. Так, ну сейчас паджик будет, если не забанят. Если не забанят, будет этот. Осталось. Уайт спирит получается. Так, правда, ага. На сколько секунд мне дали на паджика глянуть? Да ладно, нихуя. Походу челлендж. Всю надпись подрубая. Да, нормально. Так. Конечно, на миду тяжко будет стоять. Ну ничего. Просто билд малеха скорректирую, чтобы не огребать. Собственно, что у меня сейчас челлендж такой. Хук. Ой. Пуч без хука, вот. Типа отчасти это немножко руин, но я думаю справлюсь. Устав никто не отменял. Так а зачем? О, а там имбирь как раз против меня. Самый то ешку качать. ШБ первым слотом, зачем? Типа ничего в билде не меняется, также даггер покупается. Сейчас, может, только вангвард первым артефактом возьму, чтобы не так тяжко стоялось. Гудизоль охуенно придумал. А толку? Ага. Выкатываюсь. Блин, кукла не качает, конечно, непривычно будет. Что протухло? Может, БФ? А может, не надо, типа, всякую хуйню советовать? Вы сейчас все ваши советы складываются к тому, что вы хотите, чтобы я паджика физику собрал. А падж физики сосет жопу. Прям очень жестко так насасывает. Только в этих ваших мемчиках он что-то не насасывает. Но вы поглядите, сколько. Дадут мне вар сломать, нет? Я просто не русский. О, нормально, сотка халявная. I'm so sorry, very well. Что-то можно, что-то можем. Блин, что-то у меня это агр не работает. Уже какой раз. Замечаю. Вы потрошите. На меня напали. Ну, у меня 80-ка с руки. Думаю, сейчас проблем не должно быть с ласхитом. Ага, и сразу же крипа просрал. Не пало, получилось нормально. Классик. Перед смертью не надышишься. Чистый, наверное, смерть. Главное сейчас это, на привычке хук не вкачать. То я могу. Я этого не позволю. Какой-то ДК заряженный. Мне не нравится. Мана. А Мана. Сапора. Дай-ка я это, от греха подальше просто отключу эту кнопку, чтобы не вкачать на а то я вкачаю ведь. Сожру с потрясами. А! Хе. Пойдет? Пойдет? Туда так туда. А я не пойду под вышку, что ты мне сделаешь, я буду тут стоять. Вообще похую. Денайф у меня на всех хватит. Задачка. Чувствуете, как он бесится? От того, что крипы не добиваются, я вот чувствую. Крипов, верни Шляндра. Он испортился крипа, он его не убил. Да, челлендж без хука играть. Я что, даже танго не воспользуюсь, что ли? Я думал, тут прям харас расколбас будет, а он как-то игнорирует меня. Слышь, что за игнор? Уярь меня как-то в себя. Джокера не видишь. Какой я неприятный. Силы тьмы укрепили свои. Не-не. Блин, ренджа потерял. Ладно, у своего ренджа потеряет. Если не фистами, конечно, его не шотнет. Ну нормально, крипа испортил, пойдет. Шел вон. Блин, а с физухи-то пробивает.
А вот и время танка нажать. Все, Вангард готов, я вообще теперь непробиваемый. Банку привез. Че, трофчешь? Опять взял, уже порофлил. Стой, 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 грибы, стой! О, нормально. Как ты меня хочешь? Подожди, пожалуйста, не буду стоять, у тебя кора не будет, блять. Блин, а фисты пробивают больно. Нихуя не мешает, блять. Очень. Неприятно. У тебя проблема с потенциалами в ротировку? Тут получила. Я бы его сожрал сейчас. Ой. Ой-ой. Да не, вроде не замерз. Это что, нападение? Знаешь, аппарат на охране сейчас стоит. Ну не вариант к рипам подходить. Пойду руну пасти тогда. Сойдет. Что там, опарыш уже слился, нет? Дай за жопу кусну. Сейчас сделаем. Дай кусну. Во. Что там, блядь? У него вариант только нуль тягать. Впадло это играть. Как же похуй. Чел, походу, не ожидал такой агрессивности от меня. Вашу нижнюю башню атакуют. Что там за похороны происходят? Есть два варианта. Я могу еще худ сверху купить и просто охуенно долго жить. А могу забить хер. Вообще, у меня третий похуй, если что, на то. Бебеник без ульты не справится. Или покупать вангвард? Нет. Ой, вангвард. Просто чем быстрее сейчас я куплю аганим, чем будет лучше. Верхнюю башню атакуют. У меня уже боится. Черт, о. Мне кажется, помощь придет. А вот и помощь. Я себе. Ага, там волшебство. Не-не-не-не-не, надо по съебам идти. И все-таки я куплю себе худ. Туда, так туда. Хуй с ним. Угу. Блин. Ладно. Что-то не охуели, по-моему, нет? Могу сверхнаглый телепорт сделать. Как они отреагируют, интересно. Давай, шмаляй свое дерево. Я ж нажал! Я нажал! Мамой клянусь, нажал! Да нажал же! Да нажал, блядь! На меня напали. Пиздец! Нажимаешь, 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 нажимаешь! Вообще похуй! Откиснет? Кис, нормально. Чё, нажал? На топор нажал, чтобы дерево сломать. Типа я понимал, что белка сейчас меня к дереву пришпандорит. Типа я уже был готов к этому, заранее кликал топориком, ага, только хуй там. Так, ну ладно, худ готов, теперь можно и вангвард купить. Хуй вангвард, аганим. Вашу центральную башню атакуют. Есть только одна большая проблема с таким пуджом, хуй подзонишься, типа не можешь никак подойти. Но меня сейчас прям в пятером забили, и то кое-как. Если бы я грамотно кнопки нажал, то меня вообще не смогли уничтожить. Давай, хуйни в меня. Давай, 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 давай. В этот раз я точно сломаю эту хуйню. Давай, давай. Во, во, во. Вот так должно было быть. Че, не получаться больше? Точно, вард, вард, вард. Я мясник, а ты мясцо. Идиот. Блин, бедного аппарата на куски рвут. Ой, еще одного порвут сейчас, наверное. Вашу центральную башню атакуют. Хорошо. Ваша
Опять белка меня пришпандорила. Так, он меня не пробьет, белка тоже не пробьет, я очень плотный. А вот опарыш пробьет! Мужик, на мне ульта аппарата. Не надо. Помощь будет чуть-чуть? Чуть-чуть помощи. Чуть-чуть. Я много не прошу, чуть-чуть помощи. Спасибо. Блин, Ешечка прям спасает мое почтение. Где шкала мечты? Алерт забаговался, короче, пока она не работает. Туда так туда. Типа, заработает, наверное, на следующий день. Просто виджет сломался. Я, кстати, по Пензе хожу, блин, по Пензе просто везде разрытые вот эти ямы для труб. Даже около дома моего тупо дыра огромная. Я ты выдал. Хорош. У вас тоже так? Милый запах, чё? Еп. Ну ладно. Челлендж без хука, да. Блин, жесть у меня реген. Да хрен с ним, с этим имбир спиритом. У меня сейчас уже аганим будет. А с аганимом я вообще не убиваем. Уже драгон кнайта закусу за жопу цапнуть. Есть что по мане? Пожи, пожи. Нажми арканы. Я очень много урона впитаю, они вдвоем не смогут меня убить. Маны нет. Прям для аппарата. Все, можно? Я за Мерс! Блин, ну аппарат меня контролит все равно. Типа ульта аппарата жестко жить мешает. Дальше Тараска? На кой хер мне Тараска? Даже в таком билде Тараска — это залупа редкостная, которую покупать никогда не надо. Лучше вообще ее удалить. Дал там много, впитаешь урона. Так и я и дохуища впитал. Ты дохуища впитал, ты бы не умер. Так ульта аппарата. Блять, ну сделай с этим что-нибудь. Так а что сделать? Ее развеять нельзя. Блять. Пайпу собери. Или худ-худ. Кто уже скучал? Есть. Ну так я все равно тут. Вот это я понимаю. Наш. Да ебучий аппарат, я сейчас снова сгнию. Мана вообще нет. Да жесть. Но они все кнопки потратили. Дисмемберка, да. Не-не-не-не-не-не-не, все хуйня. Блин, жесть, меня аппарат контрит. Что-то я не думал, что так будет. Я даже ничего сделать, по сути, не могу. Просто стою бесконечно в этой хуйне и сгниваю. Как догнать? Как? Двигаться не могу. Но хоть не замерз. Агана не хватает очень сильно. Сука, не попал. Нормально. Добейте вышку. Ваша нижняя башня разрушена. Да боже, отъебитесь от меня! Я подойти не могу! Какая-то срань! Как только я иду, в меня все вражеская хуй, вся вражеская хуйта налетает мгновенно. Ноль шансов на подход. Блин, вы такие умные в чате. Блинк, 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 блинк. Типа на стриме просто тупенький, сам бы не догадался. Сейчас все вещи продам, блинк куплю. Здорово.
Все, Аган готов. Все, Дагер готов. Ой, Дагер готов. Аган готов. Теперь с Аганом можно грязь творить. БКБ, кстати, тоже неплохая затея. Но сначала Дагер надо. Может, теперь. Сейчас Агана от меня уже никто не уйдет. Пуч, кажется, нас спалил. Чем? Я сама... Я скрытная. Я тучка маленькая. Это я видел. Он осел. Сейчас ульта аппарата залетит, проверяй. Там есть ему? Не только ульта аппарата, видимо. А вот ульта аппарата. Из-за того, что ульта аппарата полностью весь реген перекрывает, мне супер тяжко. А имбирь там страх не потерял часу? Текай, сила. Я знаю, что он вот тут. Был бы дагерочек, я бы, может, к нему бы прыгнул. Блин, что ж с аппаратом делать-то, зараза? Он просто, у него идеальный момент на меня ульту накинуть, когда я жру. А дисмембер отменять и уходить такое себе. Приходится впитывать всю хуйню. Ульта аппарата не развеивается. Так же, как и ульта виномансера. Это тупо не сработает. Ого, 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 на кнопочке разводка пошла. Вашу центральную башню атакуют. Так, ну до Каформи сейчас будет драку искать. А, круто. Да. Не готово. Но минус еще одна ульта. Сколько еще кнопок надо им потерять? Но ульта, ну у тебя веник. У тебя же ульта есть. Хули ты, блядь, возле них двоих. Ульту, вот. Сейчас. О, мать. Ультани, блядь. Блядь, так бездарно все въебывается. Просто ахуй какой-то. Типа не столько кнопок просрали. Нападай, разрывай. В итоге никто кнопки не нажимает. Силы света укрепили свои сооружения. Походу без БКБ тут вообще без вариантов. А пока я до БКБ доживу, вообще... Блин, я вот с Даггера прыгну, да? Меня просто на куски порвут. То что я один хрен ничего не смогу сделать. Надо БКБ покупать, Даггер будет ждать тогда. Хер с ним. Блин, мне философер не помешал. Опять там махачи. Во, неплохо. А я имбиря пока прогоню. Туда, так туда. Здорово. Ты что там мне сделаешь? Где ты, блин, убежал? Вот что за дела? Только стоило мне... Вот без меня подрались, всех убили. Со мной никого не убили. Кроме аппарата, которого я завонял. Вроде как. Так, и при такой сборке мне шрауд надо покупать, кстати. У кого линка? У него что ли линка? Да нет. Надо? Бекебе. Без бекебе никуда не пойду. Блин, без хука дефать так сложно. Там погоня. Не попал. Ульта есть? Ульта есть. Ага, а чё это такое? Капец, я медленный. Но она не уйдет, она замедлила очень сильно. А нечем? Реально нечем? А вот. Ну, БКБ готово, теперь точно идеально все будет. Да какой лис? БКБ. После, а после Даггер. Ой, вот это берем, кстати, берем, берем, берем. Хорошая штука. Сразу по съебам. Он так беда бесконечности сплитить будет.
Пудж без хука странный, как фантомка без пассивок. Ну, конечно, и краби. Не, Пудж без хука это... Без хука и блинка, ну, такое, как по мне маме передал. Она сегодня заедет к тебе. Туда-туда. Блин, сейчас, сек. С мыслями это... Будет сделано. Соберусь. Пудж без хука... Ну, типа, я могу на нем выиграть. А вот на фантомке без кнопок я выиграть точно не смогу. Но без пассивок, имею в виду. То есть прикол в фантомке как раз таки в пассивках. Без этого она вообще не вывозит. Блин, замерз. Я с БКБ-хой могу прям грязь-грязь сделать сейчас. А пара здесь в кустах сидит. У меня тут все село рядом. Блин, замерз. Ну я всю хуйню впитал, нормально. Вышку-то сломайте пока. После боя. Конечно, блять, это пацаны Гарвар всех хуячат. Видал, как под БКБ-х они растерялись, они просто ни одну кнопку нажать не могут. Надо уходить. Чё, ты не вытянешь никого? Ща вытяну, подожди. Дон Мовента, ебать. Да я замерз. Они не отпустят, наверное, меня сейчас. Они до талов будут меня тут держать. Ой-ой-ой! Пахнет бобо. Да ладно, даггер готов. Потеряли бойца. Это вынужденная потеря. Что-то меня не хукнул. Когда-нибудь они прочекают мой инвентарь, может быть. Почему у тебя шарда нет на венике? Ебать! Сколько же хуйни они накидывают в меня? Ты посмотри. Кнопка, 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 кнопка. Они ТП-шки наверх все сделали. На Лёне отыгрался? Не, не отыгрался. Проиграл еще одну катку. Я на Лёне не играю больше. Даже БКБ не нажмешь, настолько до хера контроля. Вообще ноль шансов. Сколько же хуйни влетает. Но зато даггер есть. Теперь с дагерочком проще будет. Сейчас еще дробовик возьму. Удачи, себе. Блин, у меня слотов начинает не хватать. Вангвард надо будет продавать. Один хрен я типа не живу. Так, ну окей, продам вангвард. Вместо вангварда у меня будет... Ну может, хотя нет, шраут куплю. Один, на все равно хуйня. Надо дробовик покупать. Продам вангвард. На каю не хватит. Ну похуй. Все равно он больше меня не спасает. Лотус не спасет. Пайпа тоже не спасет. Есть мака. Хоть нет? Ты все кнопки мира купи себе на эскейп. Если ты их нажать не сможешь, типа, в этом толку не будет. Давай под нашим вардом. Вдохни поглубже. Бегу. Белку сажать смогу, у него линки нету, смогу. А это еще настоящая белка, а вдруг иллюзия? Что? Вашу верхнюю башню атакуют. Сейчас, сейчас. Приманка была. Ой, это я что ли? Я не вижу. Он умрет, просто сгниет. Не должен уйти. Ты роплишь? В смысле, как он выжил? А, вон он где! Вашу верхнюю башню атакуют. Нихуя себе! На похороны пришел.
Я без БКБ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Даже блинкануться не могу. Фактор, нет, зачем тебе сопнуть, блядь, хуем? Тоже можно. Ну, если умеешь, можешь с хуем. Пиздец, блядь, хорошо придумал. Жара, поджара. Да пиджак будет жить. Ой, вот сейчас, может, не будет. А-а-а! Допустите меня! 3 секунды терпи. Ля, чё-то не умер. Обалдеть. У меня вышки чё-то не забили сейчас. БКБ готово, кстати. Можно жахнуть. Объём, а объём? Ща, ну, если покажется. Давай к делу. Дышите глубже, ребята. Не готово. Не готово, Андрей. Магиом. Ну все, ДК кончился. Хорошая идея, слушай. Блин, дролям спасибо, кстати, за соточку. Давайте... Мог забыть сказать. Они очень много ресурсов сейчас потеряли, все эти байбеки. Пойдем пушить лучше. Ты же толстый. Сейчас, уже умеешь играть. Она вроде как меня и байтит, а вроде бы так хуёво это делает. Ну типа. За что, заебал? Не на... Ух ты ж, ебать! Знаете чё? Нахуй пожалуете ваши гопушить? Да. Ага! Гопушить, говорит! Не знаю, прям даже что тебе посовет. Без БКБ я буду каждый раз так умирать. А чё на кентавра пушить не зовет? Он же толще, чем я. Почему конкретно я? За что? Я выжигаю невежество. Понятно. Ча, тут скажи честно, она тебя подбешивает? Ну, чуть-чуть. Рошан убит силой тьмы. А лично меня подбешивает. Она лайтово подбешивает, что ругаться не хочется. Ебать, это что, ДК был? Вашу центральную башню атакуют. А почему ДК так лопнул? Почему за него 700 голды дали? Иду. Блин, все идет к тому, что я просто рефрешер сейчас себе куплю и буду с БКБ хеврейвы устраивать. Где там эта ваша белка-то? Похуй плюс похуй. Белку мне на базу. Молюсь на релик. Жалься над стримером, игра, дай релик. Не понял. Чё выпало? Хуета какая-то. Но у нас есть Эгида. Да? Да. Кто? Иду. Мы можем зайти. Угу. Скажи, Паджик, да? ты же жирный, потанкуй. Прям как в прошлый раз, чтобы. Знаешь, чтобы наверняка так. Блять, Пуш первый зайдет, а не я, блять. Пуш? Пошли вы нахуй! Я уже зашел разочек, мне хватило. Я могу издалека кидать бласты. Ждут, когда Пуш зайдет. А кентавр чё? На приколе стоит, ждет момента. Во! Так бы сразу. А не вот эти ваши вокруг да около. Меня спалила макропира. Бля, у меня интересный вопрос. А если пугну по-братски пососать попросить? Вы помните момент с Энигмой? Сейчас гнию. Сейчас гнию. Ага. Потанковал, пацаны, проверяй. А там по-братски или по-сестрински надо пройти, простите, в таких ситуациях? У тебя еще это есть, ага.
Угна, у меня вот такой вопрос назрел. А как надо просить пососать по-братски или по-сестрински? Центральные казармы противника разрушены. Ну, смотря что у тебя между ног. Пизда или член. Я спросил. Вопрос не понят. Так, рефрешер надо. Там один на этот сражается, помогите ему быстрее. Ну, за юзу и ульту. Какой это? Блять, сколько свой талант, все нормально, блять. Ё-моё, это... Глаза... Всё, я готова. В глазах потемнело аж. Нет! Уржа, нет, рядом! Конечно, я ж... Я ж разменная монета для них, блин. Каждый раз. Пойди. А где она? Чё, кого нахуй? Чё происходит? Как же много я хуйни впитываю. Я нихуя не понял сейчас вот этого момента. Белка-то сдохла вообще? От кого она сдохла? Чего вы все сдохли, блядь? А, это я ее убил. А почему эта хуйня дальше накастовываться продолжалась? Когда она сдохла? Я просто смутился, потому что я думаю, ну она накручивает дальше, но она мертвая. Я что-то как-то выпал. Чего, блядь? А, это, а, я га... А, ё-моё! А релик-то выпал? Ну, выпал хуй, а не релик, ладно. Откуда постоянно байбеки? Да хрен его знает, олигархи местные бегают. Курьер сил света был убит. Гау террора слоту. Продам худ. Мы тебе это поспейсили, и ты нафармил. Селена хуй 07, блядь, сиденье вышел. Вот это спейс, блядь. Ну, нет, потом. У меня фаталист был, блядь. Потом-то мы поспейсили. О, да я продам, вроде хватит. Да. Так и хочется вкачать кнопку. Не. Вот, теперь я боевая единица. Во. Где будешь, блять, опять? Заебал. Тут, блять, в могиле был. Просто, блять, заебал. В дорогу. А не надо. Пусть не иди нахуй. Что это за новая сборка, блядь, без хука, нахуй? Я только заметил, да? Да не, я видел, конечно, но на 27-м левеле хук не вкачан, это, конечно, сильно. Знаешь, это как путь аскета, ограничение самого себя. Съешь меня, у тебя гоним есть? Съешь меня, я умираю, съешь меня, блядь. Шард сожрет. Шарда нету. Шарда не гоним. Пец, боже, вумен, блядь. Блять, как же белка меня катит на эту иллюзию? Какой же ты хуеплет, блять, на пудже. Ты прости меня, конечно, но, блять, это мысли? Вопрос. На белку больше не прыгаем, короче. Урона не хватает. Точнее, не урона, непонятно, какая из них настоящая. И она каждый раз уходит, и я, типа, уже второй раз на эту хуйню попадаюсь. Не, главное, как паджа хоронить, так сразу. А как паджа нету, так где пуч? А. А, зато у них релик есть. Вот спасибо, ебать. Ген без обратки тоже, блять. Вообще мразь какая-то. Как он посмел. Кого жрать тогда? Драгонкнайт я... Ой, я сожрать не смог. Урона не хватило. Двух саппортов убить по какого-нибудь там аппарата плюс
Хотя вот имбиря, наверное, смогу сожрать. Да, имбиря смогу, у него резист небольшой. Жакира тоже смогу сожрать, у него не так много здоровья, резистов тоже немного. Белку не смогу, потому что ее хуй по ты найдешь, какая из них настоящая. О. Нападай, кем? А у него талант не тот. Хорошо, ему нужно было правый талант брать. А, ну да, у него резисты, понятно, что я его сожрать не смог. Они ушли, у него и худ, и титан сливер, понятно. Урона то не хватило бы в любом случае, чтобы его сожрать. Так, байбек все еще нет. Давайте все вместе, пожалуйста, пойдем, но можно без Вильника. Жрем всех, кроме ДК. Все будет нормально. Чего? Вперед! Я ничего не видел. Да, такая тишина. Вот, да. Че, ждем 90 наверху. Секунд, когда БКБ откадашь? Мы все. Веник прилетит. 10 секунд, подожди. 10 секунд. Тип того. Рош, парень, хорошо, зря. Не ебал, хуйня, это ДКБ вот. Пошел на Рош, короче, не знаю, что там мне кем пошел, сдох, шлюха. Просто уйдите. Нахуй ты мне кипишь, хуй сос, пошел сдох, шлюха. Ну, порвусь сдохну, наверное, да? Чё, ты любишь? В чём проблема? Чё ты молчишь? Ну, ДК не буду жрать без релика, ноль шансов. Белку тоже не сожру, иллюзию поди опять. Там одно сплошное наебалово какое-то. Рарблейду, у него эфир есть. Сейчас сделаем. Вынудили. Сейчас, сейчас. Ну я тут двоих скушал. Молодец. Ну я знаю. Будет сделано. Катить, пожалуйста. Хороший мальчик. Тут хуй состоит. Дышите глубже, ребята. Рошан убит целитель. Хорошая идея, слушай. Блин, нагоним халяву. И патрон просто снести к хуям. Все, блядь, у меня то есть. Нахуй иди с рефрешером. Так, а может свой продать, короче, а этот засунуть? Гениальная стратка, от милорда подъехал я. Так, а что еще купить? Что такого, чтобы все охуели? Прям вот наш пуч врываем. Тихо. Возжи у меня раздумья. Я думаю. Ладно, баста. Магический блин, кстати, хорошая идея, берем. Нижние казармы противника разрушены. Они же без меня там справятся сейчас. Я думаю, справятся. Без ДКБ. И без бара. И сосна Пудже, подойди, что ты там делаешь, блять? Да что ты такой токсичный, заебал? Токсичный, я просто заебал, что я типа руинен, блять, каждую игру нахуй. Что на кентавре, что на тебе, блять. Нахуй. Так где ты руин увидел? Забегай, короче, ладно, кому что доказывай. Хуй соси. Типа выигранная игра, он, блядь, токсичит из-за того, что чел ушел просто артефакт купить. Где ты, блядь? А Пуджай, холодром не сломай. А как унитазы поломать, в смысле? Чё? Да его сожру. Медали. Это уравняло, что рот ебал, пидорас. Ну репортик за токсичность накинем ему. Хули все такие агрессивные, а? Я вроде бы не так, но впитал 81 тысячу урона. Что-то как-то мне это не очень нравится. У меня вот танк. На кентавре. А он меньше, чем я впитал.